После новости о том, что в 2017 году в обороте появятся сразу две новые денежные купюры, интернет буквально взорвался целой волной различных акций, петиций и обращений с просьбами поместить на банкнотах те или иные города России. Казань в стране тоже не осталась. И во многом усилия к этому приложил аспирант Казанского федерального Илья Попов. Здесь огромное количество причин. Мы с ребятами там набрали как минимум 200. Одни из самых главных то, что это, во-первых, не было еще на казанских российских купюрах города с национальной столицей республики, а это очень важно в многонациональном государстве. А Казань – это древний город, это спортивная столица. Вообще Казань по всем критериям можно считать определенным символом такого этапа развития Российской Федерации, очень положительного символа. Кроме казанских мотивов, на 200-рублевой купюре Илья выступает и за то, чтобы на новой банкноте был изображен Казанский федеральный университет. Молодой человек считает, что у вуза с более чем 200-летней историей на это есть полное право. Кажется, что российское образование заслужило того, чтобы присутствовать на российских купюрах как символ успешности нашей страны. И как Казанский университет очень логично бы вписывался в эту концепцию, как один из старейших в России, второй по возрасту в России после Московского университета. И тем более, если 200 рублей, 210-летний университет, очень логично. В своем стремлении разместить Казанский федеральный на 200 рублях Илья не одинок. Его идея моментально нашла отклик как среди друзей, так и простых казанцев. Например, наброски дизайна новой купюры сделали учащиеся казанского филиала Суриковского института. А уже скоро к большой работе по реализации идеи должны подключиться студенческие организации КФУ. Александр Александров, Руслан Уразаев, Универньюз.